У нас сегодня большие посылки пришли и большие ракетки. Первая ракетка, которая к нам пришла, это вот эта новая Pure Aero, которую мы сейчас будем тестировать. И мне очень приятно, что приходят такие вещи. А еще немаловажная вещь, которую бы я хотел сегодня рассказать, это Babolat Pure Aero Play. Разминайся. И у меня, знаете, была такая не очень, наверное, может быть, я негативно был настроен на эти вещи. И когда я протестировал ракетки Play, я понял, что эта вещь даже очень хорошая. Объясню почему. Я посмотрел параметры, которые она выносит, сколько мы ударов делаем справа, сколько мы ударов делаем слева, сколько мы сделали подач, сколько мы делали слету, сколько резаных, потому что когда ты стоишь с учеником, эти цифры не настолько видны. Ты образно понимаешь, что мы сделали примерно столько-то, примерно столько-то, и это все примерно вот так вот, такие цифры примерные. Когда ты видишь все-таки параметры, то есть цифры, то тебе легче на них ориентироваться. Первое — количество ударов, и второе — каких ударов, да, сколько подач. А еще третий фактор — это куда попадает мяч, да, сколько мячей попало в обод, сколько попал в край. И ты можешь уже понять, над чем можно работать. Ты опять же примерно понимаешь, что по звуку даже можно определить, что человек попал в обод, человек попал. Но в количественном соотношении ты это уже не помнишь. И когда ты приходишь, ты вот показываешь: смотри, сколько у тебя попаданий в край, сколько у тебя попаданий в обод, какое количество. И когда ты играешь, например, даже можно, знаете, что посчитать, что каких ты больше ударов сделал вращений, когда ты понимаешь, что мяч чуть-чуть ниже смещается от центра, это значит, идет сильное там вращение, да, человек хотел. Если в центр ровно, то он там хотел плоский удар. И вот по таким параметрам очень классно работать, и очень удобно, и здорово, и очень приятно. Я на самом деле оценил вот эту систему Babolat Play, и она очень хорошо себя зарекомендовала. Спасибо!